الأصل إفشاء السلام، يعني تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. Основой является распространение саляма, то есть здоровайся саламом с теми, кого знаешь, и с теми, кого не знаешь. تسلم قبل الكلام. И здоровайся до того, как начинать разговор с человеком. تسلم إذا دخلت وتسلم إذا خرجت. Говоришь салям, когда заходишь куда-то и когда выходишь откуда-то. أكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Самый полноценный салям — это слова саляму алейкум ورحمة الله وبركاته. وإذا سلم إنسان عليك ترد. Если кто-то с тобой поздоровался, то ответь ему. نعم. المصافحة الرجال يصافح الرجال والنساء يصافح النساء. Что касается, то есть приветствия руками, рукопожатием, то мужчины пожимают руку мужчинам, женщины женщинам. ومن كبائر الذنوب أن الرجل يصافح المرأة الأجنبية عن التي ليست من محال. Является большим грехом жать руку мужчины, когда мужчина пожимает руку той женщине, которая не является из его близких, которой можно ему прикасаться. يستأذنك قبل الدخول إلى المنزل. Если заходишь кому-то домой, то попроси разрешения на то. إما بدق الباب. Либо постучав домой. أو الجرس. Или же позвонив. أو يقول السلام عليكم أدخل. Или же сказать громко السلام عليكم, можно ли мне войти? أذن له في الدخول دخل. Если позволяет, то заходишь. وإلا رجع. В противном случае просто уходишь. لا ينظر إلى المنزل. Не надо подглядывать, смотреть на то. Или на то, что находится в доме. Если садится где-то в доме, то не надо смотреть туда, где он может увидеть тех, кто живет в доме. Если ему дали еду, либо он ест, принимает эту пищу, либо не ест, но ни в коем случае не надо порицать и ругать эту еду. Должен сказать бисмилля перед тем, как начнет употреблять ее в пищу. Если же забудет, то говорит эти слова, когда вспомнит. Произнося слова бисмилля и ауалиху ахиру. Когда закончит, восхваляет Всевышнего Аллаха. Кушает оттуда, или же с той стороны, которая стоит перед ним. То есть не надо кушать с другой стороны посуды. Кушает тремя пальцами. После того, как заканчивает употребление пищи, делает дуа за хозяина этого дома. Валлаху а'ляму.